Ну вот на плате выпрямителя и фильтра стоят, значит, термисторы. Это НТС-47D15. Это на 47 Ом с отрицательным коэффициентом сопротивления термисторы. И три штуки последовательно. И четвертый стоял тоже с ними последовательно. Вот. ПТС на 5 Ом. Термистор. Позистор. С положительным коэффициентом. Зачем такая система, непонятно. Эти, значит, с отрицательным, эти с положительным. И вот таким образом сначала зарядка через них, кондеров, а потом уже релюха врубается. Релюху сейчас проверим. Вот собрал такую импровизированную установочку. Латер. Мостик. Ну какой-то там. Сколько там? На 5 вольт, на 600 вольт. На 5 ампер, на 600 вольт, по-моему. Ну достаточно мне для этих целей. Значит, сейчас смотрим. И кондер там. Ну, короче, выпрямитель и фильтр, и латер. Вот сейчас смотрим, сколько там. Вот у нас. Вот, 18 вольт. Ну, 22 вольта, да, 23 вольта. Ну, проверяем. Срабатывает. Так, сейчас проверяем. Проверяем замкнутость. Так, как он замыкает, да? Сейчас. Контакта нет, блин, что? Ноль. Ом. Работает релюха. Все. Так, чтобы блок питания тут вот этот проверить. Вот эту перемычку убираем. И вот так вот сюда. Подаем сюда плюс, сюда минус. Ну где-то со 100 вольт уже должно работать, блин. И смотрим вот здесь вот. На драйверах осциллограммы, то есть это на затворы и GBT-шек идут. Ну, будем мерить здесь. Ну вот здесь вот можно на вот этих вот. Ну а по сути они идут вот затвор, эмиттер, и здесь затвор, эмиттер. Вот так вот. Сейчас так и померяем. Так, вот здесь мы меряем сейчас, сколько у нас вольт? Ну, 140 вольт, да? Ну, хай будет 140, можно сотку где-то дать.
Вот 100 вольт. Ну, пусть будет 120, ладно. 120 вольт мы подали сюда минус, сюда плюс. И осциллографом меряем на вот затвор, вот эмиттер, да? Вот у нас осциллограф. Опа. Вот у нас 40 килогерц. И еще там 10 вольт в клетке, раз, два, где-то около 30 вольт, да? Так, на одном транзисторе, на втором транзисторе. Так. Вот. На третьем транзисторе. И на четвертом транзисторе. Все есть. Пока все нормально. Можно ставить транзисторы. Релюха проверена. Вот здесь еще конденсатор. Чего-то они ставят на 10 микрофарад. Ну, наверное, за счет тех позисторов, термисторов, позистора заряд в норме у кондеров. Но будем смотреть дальше. Вот непонятно, насколько вольт этот на вентилятор, блин. Вот в этом сварочнике. Сейчас буду смотреть, что там, как он крутится. Опять же, поможет вот эта установочка моя с латром и с выпрямителем, с кондером. Так, сейчас проверим вентилятор. Вот, значит, сколько у нас тут вольт? Ну, я выставил на латре там. Вот, 24 вольта, да? 24 вольта, вот вентилятор, красный плюс, черный минус. Так, красный справа, вот так. Смотрим. Ну, в общем-то, нормально крутится. Не гремит, не шумит. Будем считать, что нормальный вентилятор. Вентилятор проверили. Все, ставим транзисторы. Позистор на место. И уже смотрим в комплексе.